красивой, очаровательной девушке, которая смотрит мое видео. С вами сегодня я, Лилия Донскова, и расскажу вам про удивительную такую вещь, кофта-трансформер. Вот так она выглядит. Выписала я ее из каталога Oriflame номер 13. Вот такая вот красивая штучка. С одной стороны я застегнула пуговки. С другой стороны тоже есть возможность застегнуть пуговицы, но мы сейчас с вами это делать не будем. Покажу варианты, как ее можно носить, эту штучку. То есть у нас получается тут одно отверстие, мы его накидываем себе на голову, перекидываем, выправляем волосы, укладываем как-то поудобнее, чтобы вам было комфортно, делаете. Получается такая вот классная накидка. То есть удобно ее руками двигать, и если холодно, то можно замотаться как-то, посидеть с ней. Как она сзади выглядит, посмотрите. То есть такая абстрактная форма. Можете поправить, как вам нравится. И мне очень понравилось то, что пуговички тоже здесь как украшения лежат очень красиво по краю изделия. И сами пуговки очень классные. Они выглядят как деревянная ручная работа с таким дизайнерским резным рисунком. Что мы можем еще сделать? Ну, пока мы ее не сняли. Переворачиваем пуговичками вперед, подбираем вот так немножечко на плечах, и сзади, вы видите, у нас вот так вот пуговки, мы можем просто застегнуть, я сейчас все не буду застегивать, просто чтобы было понятно, то есть мы делаем такую жилетку, очень прикольную, необычной формы, расправляем, и сзади у вас просто будет тут застегнуто по отсюда и вот до сюда. То есть получается такая прикольная жилетка. Это еще один вариант, и это тоже еще не все. Есть такая идея, например, вы идете на улицу, и вам нужно будет где-то раздеться. Сейчас снимаю. И мы сначала застегиваем этот трансформер полностью с двух сторон. То есть вы видите, у меня сейчас получилась такая труба. Просто застегнута, мы берем ее, наматываем на шею, и у нас получается такой прикольный шарф. Шарф завязывается, можно тут же пуговки выправить. Сверху вы накидываете плащ или пальтишко, и у вас тут под шейкой все очень уютно завязано. Это еще тоже не все. Мы ее снимаем. Пришли в гости, разделись. Если вам прохладно, то вы берете... Ищите место, где этикеточка, это будет верх. Накидываете на плечи, а руки вставляете в отверстие. Все расправляете, и у вас получается такой прикольный накидончик. Очень модненький. Видите, как это все выглядит. Такая летучая мышь. Очень уютно и комфортно. Честно, сама по себе ткань очень... Вот эта вязка очень тонкая, изысканная, классно сделана, комфортная к телу, согревает, и при этом очень легкая и невесомая. Вот я придумала такие 4 варианта, надеюсь, что ваша фантазия даст вам такой вот новые варианты, и вы тоже со мной потом поделитесь. Спасибо вам всем за внимание, будьте всегда модными, красивыми, эффектными, сводите всех с ума. Пока!